Их работа и опасна, и трудна. 10 ноября в России профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. В региональном управлении МВД по Тверской области наградили отличившихся сотрудников полиции. Тему продолжит Наталья Чекет. Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу у здания УМВД России по Тверской области. Участие в нем приняли губернатор Игорь Руденин, председатель законодательного собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, начальник управления МВД РФ по Тверской области Сергей Камышев. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения, противодействуют экстремизму, киберпреступлениям, коррупции, наркоторговле, незаконной миграции, помогают гражданам при чрезвычайных ситуациях. Я от всей души поздравляю с профессиональным праздником. Хотел бы обратиться к задаче, которую поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин перед органами внутренних дел. Очень важно, что это в наше непростое время является очень серьезным направлением работы всего государственного аппарата. Это прежде всего безопасность наших людей, поддержание общественного порядка, повышение экономической устойчивости нашего государства. За добросовестную службу, вклад в обеспечение правопорядка сотрудникам ведомства вручили федеральные, региональные и ведомственные награды. За высокие личные показатели в оперативно-служебной деятельности почетной грамотой губернатора награждена старший инспектор отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Тверской области Светлана Виноградова. Я служу в органах внутренних дел с 2009 года. Свою деятельность я начинала с участкового уполномоченного полиции. В последующем я работала старшим инспектором по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными с места лишения свободы. И в настоящее время я служу в организации деятельности участковых уполномоченных полиции. За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в службе сотрудникам ведомства вручили нагрудные знаки, медали, наградное оружие и благодарности МВД. Заместителю начальника полиции по охране общественного порядка МВД России по Твери Сергея Венкова наградили медалью за доблесть в службе. Рассказывает, что перед ним стоял сложный выбор – служить в вооруженных силах либо в полиции. Выбрал службу все-таки в рядах полиции для того, чтобы осуществлять охрану общественного порядка, осуществлять защиту прав наших граждан на территории родного региона. Почти 20 лет нахожусь в органах внутренних дел. День сотрудника органов внутренних дел не просто праздник, но и время подвести промежуточные итоги. Так, за 10 месяцев этого года в Тверской области снизился уровень преступности. Консолидация усилий органов внутренних дел и взаимодействующих ведомств позволила расследовать более 6200 преступлений. В том числе 1400 тяжких и особо тяжких, 61 убийство, 105 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, более 20 разбоев, 235 грабежей, 1830 краж и более 500 киберпреступлений. Сократилось на 4% преступность на улицах, пресечено почти 1,5 миллиона административных правонарушений. Особые слова благодарности в этот день были адресованы ветеранам, отдавшим службе в милиции и полиции лучшие годы своей жизни.